Доброе утро. Доброе. Едем на завтрак. На первый завтрак едем. Сейчас покажем вам, что нам приготовили на завтрак. Писали, что здесь хороший завтрак. Сейчас посмотрим. Да, в принципе, вы... От завтрака какие требования? Да. Омлет, сосиски, салат, сыр. Да и кофе, все. Кофе с маслом. Ну, круассанчик можно горячий. Пришли на завтрак. Good morning. Микс. Good morning. Микс. With everything? Микс, микс. You want it spicy? Да, все есть. Спайси чуть-чуть, капельку. О, вафли сегодня. Картошка, помидор. Гера, вафли сегодня. Отлично вообще. Да, чуть-чуть возьми. Это на фасоль. Да. Угадал. Сосиски. С колбаской. Яичница. Как она называется? Крамбл, по-моему. Если я не ошибаюсь. Картошка с морковкой жареная. Не знаю, какая-то каша на вид. Соус, рагу, я бы так сказал по-русски. Рис, бульончик. Все в бульончике. Опять фасоль, огурчики, помидорчики. Йогурты. Дыню вчера ели, вкусная. Соленья, коренья, варенья. Выпечка наисвежайшая. И там еще у нас... А вот еще есть вода с лимоном и огурцом. Две кофемашины, чай, сахар и сок. Яблоко, оранж. Вода. Good morning. Good morning. Вот, взяли по чуть-чуть всего, попробовать омлетик и вафли с верой напополам. И сок я взял. А потом, наверное, за кофе сходим, посидим, попьем. Всем приятного аппетита, кто кушает. Как хорошо в Дубае. Яйцо пашот принесли нам. Сейчас попробуем. Номер у нас 1212. Отель Хилтон Аль-Баршан. Большое зеркало сразу на входе. Во весь рост. Ванная комната. Большая. Туалетная бумага, телефон, салфетки. Здесь мыльная,
мыло, шампуни, гели, душ. Видишь, какие большие эти пузырьки? Вот я вижу большие. И стеклянная у нас, а это с той стороны. Можно открыть и смотреть, что купается. А нет, нельзя открыть, она под стеклом. Во, открыть не получится. Прикольно сделано. Полотенца, стаканчики. Стеклянная тоже дверь сюда. Большой шкаф. Сейф. Тоже прям сейф большой. Шкафчики. Покрывало. Тут для вешалок. Только вешалок я что-то не вижу. Есть где-то, а вот они вешалки. Вешалки, утюг. Еще одна подушка. Но в рекламе мы видели, дают еще сумку пляжную. Надо спросить на ресепшене. Здесь чайные принадлежности. Две бутылочки воды. Чайник, это мы уже воду купили. Холодильник. Тумбочка большой, прям номер. Большая, хорошая кровать. Хорошая. Тут еще одно зеркало. Телефон. Телевизор большой. Тут у нас маленькое окошко на Mall Emirates. На Sky Dubai. Колонна такая. Интересно. Да. Красивый вид. Даже окно открывается. Да, столик, да. Можно пить кофе. Покушать. Номер прям шикарный. Мы очень довольны. Правда, сегодня устали. Тяжело. Всю ночь не спали. Переезд, перелет. Сейчас будем отдыхать. В отеле есть бассейн с охлаждением. Зонтики, лежаки. Полотенца дают. И есть небольшой спортзал для любителей занятий спортом. Тренажеры довольно-таки хорошие, новые. Ну, на мой взгляд, я сильно в них не понимаю. Пришли в бассейн, он с охлаждением. И глубокий. Клево. И в бассейне я и девочка где-то вдалеке. А вот еще кто-то в джакузи. Он Беруська идет. В сауну пойдем греться потом? Да пойдем. Минуток на 5 можно сходить. Прям... Хорошая водичка. Да. Да, офигительный. Хороший прям. Да. В бассейне. Здесь получается переодевалка со шкафчиками. Это, я думаю, душ. Не, это хамам. И сауна маленькая. Ну, блин, она горячая. Можно даже прийти и попариться. И душевая. Наля, сумку для пляжа ты не спрашивала? Да спрашивала, но за сумку, наверное, нет. Сказали, что-то туда идти, на первый этаж. Полотенце из бассейна можно получить. А сумка? Сейчас он что-то ответит. В
Что за сумка? Сумка пляжная. 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 Бич. Бич. No, we don't have. No, no, no. Only laundry bag. Laundry. Yes. Laundry. А, пакет. Laundry bag. А. We don't have beach bag. Ну, бери. Вышел с отеля и повернул налево. И еще. Налево, еще раз налево. Вот, заходим в магазин. Проходим через него. О, как хорошо в магазине, прохладненько. Цены такие вот. Оп, смотрю, мука 16,25. Рис где-то, вот он. Даже наши продукты есть в Дубае. Идем на пляж. И чтобы пройти по холодочку, можно пройти через магазин. Вот наш отель. А напротив магазин. Пол натертый. Как зеркало. Можно бриться. Загорелся у нас зеленый. И мы и пошли. Мол. Сейчас подойдем на остановочку. И на пляж. А вон и остановочка. Контрасты Дубая. Кто-то в шортах, а кто-то в штанах, замотанных и даже в перчатках. Ну вот остановка, 81 автобус. А вот отель. Дабл Трамбл Хилтон. Через магазин прошел и все, и ты на остановку. И вот прямая дорога из Кабулки. Да, и ты в моле. Не надо ничего купить. Да. Сели в автобус. Друзья мои, мы опять в автобусе. Вышли мы на остановке на пляж. Кинулись, а камеры нету. Быстрее такси вызвали. Не вызвали, остановили такси на дороге. Кто-то забыл камеру. Да. Мы погнали, остановили на такси, погнали за автобусом, но таксист нас привез очень быстро, погнал на конечную станцию. Буквально две минуты подождали. Да, подходит автобус. Да, подошел автобус, камера на месте, мы думали, что камеру кто-то забрал, нам все вернули, все успокоили, оставили нас в автобусе. Теперь едем обратно. Да. Охлаждаемся. Какие все-таки честные. Зашли в аптеку, нам предложили водичку, кинули витаминку в водичку. Покажи. Подходим к Кай-Бич. Вот хочу обратить ваше внимание, пришли на муниципальный пляж Кай-Бич. Для инвалидов можно коляску взять, вызываешь работника пляжа, и он вас довезет до моря. На пляжу бесплатный туалет, чистый, хороший, душевые кабины, можно помыть. И вот еще сделали, вот еще ноги мыть, и сделали питьевую воду. Абсолютно бесплатно, можно попить воду. Набрать бутылочку. И людей немного. Полный штиль. Доезжаем мы на 81 автобусе от Мол Эмирейтс.
насколько чистая вода. Ну, наверное, сегодня градуса 32 водичка. Вообще идеально чистая. Классно. Сейчас переоденемся, пойдем купаться. Температура песка. Закопали датчик. Песок 40 градусов. Да подождите. Да, ну хорошо видно. Сейчас покажем воду температуру. Ну, я думаю, где-то, наверное, градуса 32 будет вода. Бросаю датчик. Как падает температура. Ну, 32 не будет. Да, я думал, а 35 у все. Да, 35. Я думал, 32 зашел прям прохладненькая водичка. Не, хорошая. Чистят пляж. Уравнивают. Сразу где бы там. Людей как было мало, так и есть. Все, накупались, нас загорались. Теперь пойдем к автобусу. Сегодня погодка была прям шикарная. Все в тучах, солнышко не было, прям хорошо. Приехали на конечную остановку, 81 автобус нас привез. И чтоб не идти по жаре, сейчас там поднимаемся на лифте и пойдем через Mall Emirates. И будет все хорошо, не жарко здесь на лифте. И теперь такой бегущая дорожка. Кто хочет, стоит справа, кому быстрее, тот слева. Вот нас сейчас обгоняют люди, кто спешит. И вот такие три дорожки бегущих. Взяли что-то тебе покушать. Чуть по чуть-чуть. Чуть по чуть. Да не что-то, а цыпленка взяли. Обрезают и под пресс. Выдавливается и получается вот такая красота. 80 рублей. Купили в Каррефуре. Посмотрим, сколько выйдет по стоимости. 113 дирхамов.